Всем привет, вы на канале Гараж 325. В сегодняшнем видеоролике я вам покажу и расскажу, как мы произвели ТО нашего советского мопеда Дельта РМЗ 2-124 1988 года выпуска. Приятного просмотра. Первым делом мы решили заглянуть в поршневую группу, посмотреть, что там происходит за 7 лет эксплуатации мопедом. К моему удивлению, поршневая была в хорошем состоянии. Был только один задир на самом поршне и цилиндре, а так в основном поршневая группа была в отличном состоянии для его пробега, а я сделал немало. Но мы все равно решили поставить новый поршень, купленный в то же время про запас. Сразу скажу, что поршень тут стоит не родной от Honda Dio, естественно, расточен цилиндр. ГБЦ стоит родная без всяческих доработок. Здесь мы решили показать, как новый поршень чувствует себя в старом цилиндре. Но не все так просто, как казалось, ведь у нас сорвало резьбу под шпильку в самом блоке, и мы принялись нарезать резьбу для установки вкрутки. Поставили вкрутку, затянули шпильку, после чего без проблем поставили новый поршень. Ну а потом без проблем поставили цилиндр, ну и саму головку блока цилиндра. После проведения ТО поршневой группы мы также решили почистить и промыть карбюратор. Как оказалось, это было не зря, потому что был забит жиклер. Еще были сделаны мелочи, которые я не стал снимать. Это чистка воздушного фильтра, натяжка цепи, вырезание новой прокладки карбюратора, устранение проворота камеры заднего колеса. Ну а сейчас вы увидите первый запуск мопеда после проведения техобслуживания. В следующем видеоролике будет покатушка на мопеде и замер максималки. А сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Всем пока.